Так, и значит, Паша Рамштайн, большое спасибо за донат на Сбербанк Чанский. Песня называется «Так хочется быть». Супертрек. Гапон назвал его хитовым. Угу. Ну, Гапон вообще в хитах разбирается, на самом деле. То есть Гапон, вот именно там тот же «Иметь дохуя бабла и нигде не работать», то есть по форме хитовости все прям абсолютно, он как бы, он должен в этом понимать. Так что, честно, я в предвкушении. С Гапону я, в принципе, там, эту песню не поставят на радио, потому что в ней есть слово «хуй». Гапон иногда может странную дичь сказать, но вообще он, по идее, как бы разбирается. Давайте послушаем. Мои мысли рвутся на север, в край аквамариновых вод, где меж деревьев шепчется ветер, прилетевший с лазуревых высот. Ну, блин, хит 20-летней давности. Там сквозь камни рвутся растения, глубокой ночью приходит восход. Надо самому понимать, какая у тебя внешность там и что тебе играет. Там пережил я счастье мгновение, меня снова и снова влечет туда, где сплетался руками со страстью и чувством. На что это похоже, я пытаюсь понять. Ну, определенно на что-то похоже. Какой-то гениальной авторской мысли в плане звучания здесь явно нет. Но на что конкретно похоже, я не знаю, потому что мало слушаю такую музыку. Так хочется. Какого-то фирменного стиля тоже здесь нет. Будьте рядом. Припев, да. Так хочется. Бас странный, не знаю, мне такой не очень. Быть рядом с тобой. С тобой. Так хочется быть. Ну, припев ничего, да. Наутилус Помпилиус, прогулки по воде, говорят. Ну, может, да, типа. И Андрей закричал, увидел причал, и чего-то там с тобой. И я сразу пожу, и тогда я потом что-то там луной. Видишь, там на горе возвышается хуй. Обнять ее снова ночью без. Да нет, скопировать научилось-то, пожалуйста, было бы хорошо просто. Вопрос в том, ну, оно лучше хотя бы? Или там хотя бы так же? Я не знаю. Андрей доставал из воды пискарея, спаситель. Ну да, блять, да. И Андрей закричал, я покину причал, если ты не откроешь секрет. И спаситель ответ. Ну, звук приятнее, саунд-продакшн у Забрекина. В целом, инструменталки там. Он здесь даже не поет противным голосом, таким своим обычным. Где я оставил любовь, так хочется. Быть рядом с тобой. Ничего, да. Ну, есть до чего доебаться, но ничего. Есть в этом, да. Так, Сбер пока нет. Не это. Так хочется быть. Ну, то есть, да, это, конечно, такой чистейший, в принципе, даже не плагиат, как бы, как копийствование, да, вот я помню слово такое из видоса старого. Но ничего, в принципе, неплохо, на самом деле. То есть, как-то это ожидалось все-таки худшее что-то. Ну, да, если Гапон сказал, то есть, да, тут неплохо. Неплохо. На удивление.